Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет видео о новинках моих украшений, то, что у меня появилось за последнее время новенького. Вы просили меня снять такое видео, и, конечно же, с удовольствием я снимаю. И я сразу буду все показывать поближе, чтобы было наглядно и понятно. Итак, первое, что я вам хочу показать, это вот такие вот сережки, которые мне подарил муж, но это не из магазина Sunlight. Он мне подарил их, ну, уже получается, где-то месяц назад, когда я приболела немножечко. История этих сережек такова, что я как-то, гуляя по торговому центру, увидела сережки марки Соколов, которые были выполнены в форме бабочки. Но единственное, что там были вставлены вот примерно так же камушки, но только голубые, такие светло-голубые. Я не очень люблю такой камень. Поэтому, в общем, сидела в интернете, искала, но они мне очень сильно понравились, настолько, что я даже стала искать в другом месте просто форму бабочки в другом исполнении. И прожужжала, в общем, муж и мужу по поводу того, что очень хочу такие сережки, и как раз потом я заболела. И муж, проезжая мимо какого-то магазина, но это не Sunlight, он туда зашел и увидел вот такие вот серьги в форме бабочки. Это серебро с покрытием золота 24 карата вроде бы. И вот этот камень по центру, это кристалл Сваровский, а вот это вот фианитики у нас. И вот здесь вот тоже идут фианитики. Очень мне нравятся эти сережки, они очень милые, очень здорово смотрятся. Вы мне все делаете комплименты, когда они у меня на видео. Ну, действительно, очень-очень милые сережечки, очень такие, ну, прям милые. Мне очень нравятся. Также в этом видео хочу показать, вы меня очень часто спрашивали, что же на мне за такое за белое колечко. Так вот, это колечко состоит из трех колец. Это я покупала, значит, вот эти два белых колечка, я покупала, когда была в Анапе, получается, 2 года тому назад. И выглядел этот набор вот таким образом. Вот такие серьги, я их вам уже показывала в своих украшениях. Вот такие сережки, и вот так вот шло вот это вот колечко. Мне на тот момент очень понравилась такая история, что идут, получается, 2-3 колечка, да, и то есть их можно носить и по отдельности, и вот так, допустим, да, или наоборот как-то, или просто вот эти два белых, или просто, не знаю, одно беленькое колечко. Мне вот эта история очень понравилась, но в комплекте шли сережки, которые мне, кстати, ну, по крайней мере, на тот момент не очень сильно понравились, но сейчас я как-то на них уже по-другому смотрю. Мне кажется, очень симпатичный на лето вариант. Так вот, вместо вот этого колечка я поставила вот это кольцо. Это, ну, как типа помолвочного кольца, который дарил мне муж, золотое, с бриллиантом, и я ношу, то есть натуральным камнем, да, и я ношу их вот таким образом. Очень мне нравится, как выглядит, мне кажется, очень симпатично. В общем, вот такое кольцо на мне мелькало. Также у меня появилось еще одно колечко, вот такое, которое тоже подарил мне муж. Это белое золото с бриллиантиками. Он подарил его мне на годовщину, не знаю с какого магазина, не знаю сколько стоит. И это белое золото, как я уже сказала, и мне так понравилось, как это выглядит, что я, в общем, зашла на сайт магазина Sunlight и посмотрела там украшения из белого золота и серебра. И когда я посмотрела украшения из серебра, мне так все понравилось. Такие, на самом деле, очень красивые украшения. Такие, ну, не знаю, просто я в диком была в восторге. И поэтому тут на днях мои мужчины, в общем, поехали ставить машину на техобслуживание. И я зашла в магазин Sunlight. Не могла просто удержаться. У меня этих пакетиков теперь очень много с бантиками, со всякими коробочками.
И я там увидела вот такие серьги. Вначале я увидела вот эти сережки, и они мне очень сильно понравились. Это, конечно же, фианитики, серебро. И посмотрите, ну, они на самом деле на солнышке очень красиво переливаются, очень красиво смотрятся на ушках. Я потом вам на себе тоже покажу. И потом я увидела вот эти сережки, и они мне так понравились, но они очень, действительно, очень красивые, такие небольшие. Для кого-то это вечерний вариант, я ношу днем, мне как бы вообще все равно. Вот, и к этим серьгам там было колечко, не совсем в форме капельки, да, но очень-очень похоже, и кольцо было только 18 размера. 18 размер мне даже вот на этот палец велик. Поэтому я купила только сережки. И у меня сохранился чек. Вот эти сережки, они стоили, получается, 1490. Сейчас скидка 40% на много на какие изделия. Не на все, конечно. 894 рубля мне обошлись вот эти сережки со скидкой. Мне кажется, вообще супер вариант. И, кстати, вот только сейчас обратила внимание, что мне пробили коробку. Да, за 139 рублей. Хотя я не просила. Ну ладно. И вот эти вот сережки, они стоили 1990 рублей. И со скидкой обошлись мне 1193 рубля. Ну, они просто очень красивые. Я сейчас ношу вот эти. И мне настолько понравился вот этот камушек, такой темно-темно-синий. Он настолько красиво смотрится на солнышке. Посмотрите, видите, такой глубокий синий такой цвет. Очень красивый. Что мысль о колечке с такими камушками меня просто никак не оставляла. И на следующий же день я поехала и хотела выбрать себе, только уже в другой магазин, и хотела выбрать себе уже колечко. Значит, колечко... Вот, чтобы было по центру вот такой камень и вокруг, ну, такие белые камушки, да, такого колечка на мой размер не было. У меня размер 15,5 или 16 на пальчике. Вот, и я выбрала вот такое колечко, тоже с синенькими камушками. Посмотрите, как красота просто. Вот так вот оно выглядит на пальчике. Мне кажется, просто очень красиво. Все эти камушки переливаются на солнышке. И, ну, такое дополнение к этим серьгам, мне кажется, очень красиво. Я редко покупаю комплекты. Вообще, мне редко нравятся комплекты, потому что мне обычно нравятся, знаете, либо сережки, либо кольцо, либо подвеска, да. А вот чтобы все вместе... Ну, очень редко у меня такое бывает, но вот это колечко, оно очень мне понравилось, очень красивое, и его я взяла в размере 15,5, но оно, как бы, получается, большемерит немножечко. Вообще, в принципе, у меня 16 размер, но вот это вот 15,5. И раз я уж пришла, я решила еще вот к этим сережкам тоже приобрести себе колечко, и я взяла уже вот такое кольцо. Тоже серебро, тоже фианитики, тоже достаточно бюджетненько, сейчас покажу ценник. Но мне кажется, очень оно тоже симпатично, сейчас я его одену. Вот так вот оно выглядит на ручке, мне кажется, очень красиво. Тоже все камушки на солнышке переливаются. Ну просто, я вообще влюблена, и мне кажется, очень-очень красиво. И даже центральные камушки перекликаются вот с этими сережками. Ну, вообще, вот эти два колечка, они как бы такие, знаете, мне кажется, универсальные. Под любые серьги, под любое все подойдет. Вот я так одела сразу вместе. На самом деле, их можно носить даже вместе. И я, на самом деле, люблю носить не одно кольцо, а несколько. И мне кажется, даже вместе смотрится очень симпатично, очень, ну, я не знаю... В общем, я теперь фанат серебра. Фанат серебра почему? Потому что, во-первых, изделия очень-очень красивые сейчас, потому что раньше, даже лет 10 тому назад, изделия из серебра мне не нравились вообще по своему исполнению. У меня сестра носит серебро, она всю жизнь носила серебро, и, ну, вот как-то ее украшения мне не особо нравились.
Но то, что я вижу сейчас, вот, по крайней мере, в магазине Sunlight, это просто какая-то неописуемая красота. Я не знаю, вот просто побаловать себя, да, то есть две пары сережек, да, как вы видите, мне обошлись в 2088 рублей. Даже меньше бы обошлись, если бы не эта коробка. Кстати, вот обманули с коробкой, ну, да ладно. Вот, и ценник на кольца. Значит, кольцо вот это вот, которое потолще, да, без синих камушков, оно стоило у нас 1790 со скидкой 1074. И кольцо с синими камушками стоило 1490 и со скидкой 1894 рубля. Но мне кажется, вообще класс. То есть 1968 рублей. Вот по поводу бижутерии, да, мне кажется, вот лучше реально купить вот такие украшения. Они смотрятся как-то более, ну не знаю, более благородней, что ли, более симпатичней, дольше прослужат. Наверное, я не знаю насчет этого. Вроде мне сказали, что их покрывают чем-то, вот это серебро, и оно не темнеет. Но в любом случае, даже если вы не будете носить их на постоянной основе, все равно все украшения, даже классические варианты, они спустя какое-то время надъедают. Поэтому так пойти и купить себе какое-то серебряное украшение, побаловать себя, мне кажется, просто потрясающий вариант. И я уже там присмотрела себе браслетики разные, в общем... Еще тоже кое-какие сережки мне там понравились. В общем, я теперь фанат и не знаю теперь, надо как-то себя останавливать одним словом. Но вот пока вот это то, что я себе приобрела, мне очень-очень нравится. Плюс еще 40% скидка, мне кажется, потрясающий вариант. Но у моего мужа еще там есть карточка какая-то, бонусы, баллы там. Так что в любом случае там цена намного дешевле, чем... в других ювелирных магазинах на серебро, по крайней мере, на серебро, да. Поэтому, мне кажется, можно себя хотя бы раз в месяц побаловать какими-то новыми сережками, там, не знаю, за 800, там даже можно за 500 рублей купить себе красивые сережки и с удовольствием их носить, и, не знаю, поднять себе так настроение, мне кажется, просто класс. Вот такие вот у меня появились новиночки. Я надеюсь, они вам понравились. Обязательно напишите, как вы относитесь вообще к украшениям из серебра, потому что, как я сказала раньше, я не обращала на серебро внимания, потому что мне, ну, просто не нравились практически никакие изделия из серебра. А сейчас, ну, просто какой-то, я не знаю, мне кажется, все очень-очень красиво. В общем, кошмар. И также... меня кто-то из вас спрашивал по поводу того, как я отношусь к тому, чтобы был комплект, то есть серьги, подвеска и кольцо, или там серьги, браслет и кольцо, ну, в общем, какой-то такой комплект. Я на самом деле отношусь достаточно положительно, в принципе, мне нравятся, некоторые комплекты бывают достаточно симпатичные, но почему-то в моем случае вот мне обычно нравятся или сережки, или кольцо из одного комплекта, или там браслет, или еще что-то, то есть вот как-то подобрать полностью весь комплект, чтобы мне все-все нравилось, у меня как-то не получается, не знаю почему, но все может быть, потому что, вот, например, вот эти сережки, да, которые я вам тоже показывала, они очень красивые, и мне кажется, кулон такой, даже пусть не с этими серьгами, пусть просто самостоятельно такой кулон, мне кажется, смотрелся бы очень-очень красиво. Но такого кулона в наличии не было. Вообще, даже в интернет-магазине я посмотрела, что этих сережек нет в наличии, то есть их вообще я не нашла в интернет-магазине Sunlight. И когда я ездила докупать себе колечки, там таких сережек тоже не было. И, соответственно, ни колечка, ни какого-то кулончика к этим сережкам ничего не было. Поэтому я думаю, что эти серьги будут как самостоятельные. Для многих это как вечернее украшение, но мне кажется, оно такое достаточно маленькое и симпатично смотрится даже при дневном свете, так сказать, днем. Да? Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Обязательно оставляйте свои комментарии, любите, не любите вы серебро. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте пальчики вверх. Всех люблю, целую и до новых встреч!